помогите! Меня поймала! Мама, длинные ноги! Если вы не поставите лайк, я его не отпущу! Давайте! Да, у нас заложников очень много! Ой, ты чё, отпусти меня! Не-не-не, я папа длинные ноги! Если не подпишутся, не отпущу! Ха-ха-ха-ха! Сиреноголовый теперь у меня! Под моим властью! Ха-ха-ха-ха! Так, кто тут у нас захватил? А ну-ка отпустите, либо я вас голубенькой забью! О-оу! Ладно, я отпускаю. До свидания. Что? Грани? О нет, только не Грани. Давай лучше подборочку посмотрим и отпустим их. О, да, спасибо огромное за лайк. А? Подборочка? Это что за игры? Сегодня противостояние Грани, Клоун Бэби, новые абсолютно игры. Приятного просмотра. Сегодня в роли попали вот эти ребята. Если вы напишите крутой комментарий снизу сейчас и продолжите смотреть до конца этот ролик, то вы попадете, возможно, в ролик. Вот эти ребята сейчас попадают. Это вот Виталий, Мистер Куки, Светлана, Настя, Эмил Кул, Ктошка. Короче, вас очень много. Богдан, Руслан, Спринг. И смотрите, можете найти даже свой комментарий, если вы написали крутой коммент. Так что давайте, пишите классные комментарии. Прям вот вы, ребята, вообще супер. Спасибо за поддержку всем. И погнали. Первая игра у нас это Granny House. Давайте посмотрим, это какая-то новая игра. И мне прям интересно, как... А? Смотри-ка. Прикольно. А как эта Granny выглядит? Давайте прямо сейчас вместе с тобой посмотрим. You can have from the high neighbor under beds. Мы можем прятаться под кроватями. Вау. Смотрим. Ё-моё. Это дом Грэнни? Как она построила себе такой дом? И смотрите, какая у нее тачка. Грэнни, ну ты даешь, конечно. Так, и раз. Ну вот эта бабка отжигает. Оу, это же моя подруга, Грэнни. Да-да-да, это твоя подруга. Берем. Сейчас попробуем ее встретить. Грянюшка, ты тут дома? Что-то ее пока не видно. Смотри, смотри, она где-то тут. Она где-то тут. На втором этаже. Открывай. Грянюшка. Я знаю, ты где-то тут. О, ключ. Yes. Мы забрали ключ. Теперь давай пошли вниз. Идем вниз. Открываем вот эту дверь. Давай. Да. Первый уровень пройден. Уу! Бам. Я хочу увидеть Грэнни. Что? Посмотри! Ё-моё! Вот это музяка! Хо-хо-хо! Капец, вот эта бабка-то мощная! Слышите? Вот это интригующая музяка прям! Хо-хо-хо! Вот эта бабуля, конечно, отжигла! Клоун Бэби Нейбор! У нас сегодня есть Хэй Нейборы и еще интересные новые игры! Смотрите, Клоун Бэби Нейбор! Какой он жуткий! Действительно жуткий. Поехали, первый уровень, убегают соседы, следите за своей выносливостью. Что, это новая игра? Вау! Смотри, какой маленький шкет тут ходит. И он еще клоуном превратился, то есть он подрабатывает клоуном? Слышь, шкет, ты издеваешься? Как это шкет может жить в таком огромном доме? Я вот не понимаю. Огромный дом просто. Такого дома я еще не видал. Так, давай возьмись. И раз... Пошлите, зайдем внутрь. Давай, сэндвич возьми. Нам энергия нужна. Давай, открывай. Эй, шкет, ты тут? О, ключ сразу? Yes. Взяли ключ. Отлично. Вот это, конечно, у него дом. Вы это вообще видите, да? Мощный прям. Открывай дверь. Раз. А, подожди. А что нам надо было открыть? Шкет, ты снизу или сверху? Пока не видно. Мне этот дом знаком. Как будто я его где-то видел. Как будто это дом тех нейборов, помните? Так, смотрим. Вау. Он на третьем этаже, он на четвертом этаже. Пока он там сверху. Мы можем погулять тут. Смотрите, банан есть. Прикольно. Забери. Да, это нам дает энергию. Yes, security, открывай. Да. Смотрите, Outdoor Player! Ае! Вы видели? Вы видели, моя пасхалка была? Опупеть!
Ну, это было круто. Это было круто. Классный такой нейбор. Вот так вот он выглядит. Смотри. Воу-воу-воу-воу. Чел-чел-чел. Чил-аут. Чил-аут, мэн. Успокойся. Не надо за мной бегать. Успокойся. Давай, успокойся. Все, он потерял меня. Вот это да. Вот так вот и выглядит его дом. И так выглядит сам шкет. Смотри. Маленький бегает. Поехали дальше. Это Ghost Bumps. Или как называется игра? Смотрите, кукла какая-то. Сейчас я хочу посмотреть. Что? Ghost Bumps? Да! Вау! Что за игруля? Что за монстры? Ёк-макарёк! Офферс? Плогью. Плогью какая-то. Вау! Что? Серьезно? Hello? Можем так ходить? Come over here. Подойди сюда. Что? Find that... Прикольно! Окей, дай заберу. О, челик какой-то, смотрите. Вау! Посмотри, как игра выглядит просто. Чё ты там кашляешь? Корона, что ли, у тебя? Поехали. Открывай. Забирай. Опа, я что-то взял. Все. Настроил. А? Кто там? Hide under the desk. Yes. Тихо. А? Это что, еще один шкет? Что? Подожди, я же спрятался, да? Смотрите, вот сажусь. А, вот, нажимать надо, хорошо. Так, держим, шкет. Где он? Не знаю. Капец, он псих. Я вышел, смотри, он идет куда-то. Вау. Слаби, released. He must be stopped. You have got to stop him. First, I need you to find a book. It's called Night of the Living Dummy. Найти книгу. Окей, книгу найти, давай, хорошо. Только вот где ее найти? Блин, стрёмная игра, да, оказывается? Давай, сюда. Вот она, книга. Да. Okay, now all you have to do is... Something's wrong. The book is missing some pages. Maybe they're over there by the fireplace. В смысле pages? Ты издеваешься? Смотри, мы ходим как-то странно. И, кстати, тут только по намеченному пути можно ходить. Это, конечно, странно. Так, что, поджечь? Не, игра, согласны, прикольная. Я даже не думал, что такая прикольная игра. Ладно, мы двигаемся дальше, потому что нас ждет Dark Riddle. Это старая версия. Я хочу сейчас вместе с вами ее поиграть. Как же давно Dark Riddle не было именно старой версии. Смотри, как она быстро загружается. Вау, это просто... Ё-моё, сразу зашел в игру. Но это не идеально ли, друзья? Вау, машинка, смотрите, какая прикольная. Оказывается, у Dark Riddle была машина, получается. Так, у меня Lamborghini. Кстати, третий сезон скоро выйдет. Так что на трейлер поставьте лайк. Там уже 2000 с чем-то лайков, надо 5000 добить. Давайте добьем 5000 лайков прямо сейчас. Давай, найди на моем канале трейлер третьего сезона «Город Dark Riddle». Трейлер называется. «Город Dark Riddle». «Город соседей». Заходи и ставь лайк. Давай. Вау, если ты хочешь продолжение сериала. Фантастика. Здорово! Ну чё? Ты кто такой? Полицейский, это я, ты чего? Что? Я тебя не знаю. Я вообще старый, самый старый. Походу, полицейский меня не знает в этой старой версии. Получается, он еще не познакомился со мной. Что? Что там бормочешь? Иди отсюда. Не нарушай гражданский покой. Ладно. А вот и наш дом, да? Прикольный. Зайти не могу, да? Да, могу зайти. Прикинь, я в дом зашел. Вау. Прикольно. А вот и уже темнота, и вот наш нейбор. Блин, нейбор странный какой-то, да?
Смотри. Эй, neighbor! Hello! Hello! Поймай меня, если сможешь. Ха-ха! Блин, старая версия прикольно выглядит, согласны? Интересная такая. Это тоже, ну, прорисовка интересная. Бери. Тун-тун-тун. Дарантан-тан-тан-тан-тан-тан. Мне музяка больше всего нравится. Прям вообще фантастика. Так, давай бери в руки. И подходи сюда. Раз, два, yes. Ну чё, соседушка? Смотри. Оп. А он, кстати, прыгать не умеет. Точно, он же тупой. Смотрите. Этот сосед еще тупой. Хоп, прыгай. О, нет, умеет. Ха-ха. Не тупой, прости. Ладно, 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 ладно. А! Пошел вон. Смотри, он багуется. Мы его баганули. Слушайте, Dark Riddle — это классика. И скоро выйдет третий сезон на моем канале. Ждите, подпишитесь на канал. Кто еще не видел, в плейлистах посмотрите второй, первый сезон. Поехали. Следующая игра — Scary Neighbor. Опять же сосед какой-то. Мне прям интересно, что за это новая игра. И глянем сейчас. Что? Вау. Прикольно, давай начнем. Первый уровень. Какой-то сосед стоит. Мне прям интересно, что он значит. Что он нам приготовит. Scary Neighbor. Ага. Ага. Воу, это что за дом такой, смотри-ка. Все-все, хорошо, я понял. Блин, дом классный, да? Дом идеальный. Дом прикольный. Ну-ка, сосед. Вау! Что за игра? Я первый раз вижу такую игру. Городишко какой-то, смотрите. Своеобразный. Так, давай зайдем сюда, велик возьмем. А, мы на велике хотим покататься? Ну да, летом, в принципе, что делать? На велике кататься надо. Look for clues around neighbor house. Так, neighbor house, хорошо. Неужели это его дом? Давайте посмотрим. Чё? Я выкинул велосипед? Зачем? Так, я могу запрыгнуть сюда? Сюда не прыгает? А это соседа дом или нет? Может быть, сюда зайти надо? Прикольно, блин. То есть, смотрите, графика интересная. Концепция. Так, я могу? Давай запрыгни, чувак. Я, конечно, все понимаю. Ну, мне нравится. Город прикольный. Машина, смотри, какая. Так, велосипед. Вот он, мой велик. Смотрите, мы приехали, то есть мы переезжаем. Ё-моё, как круто. Блин, давай свой дом посмотрим, а? Я хочу увидеть, что на втором этаже. Давай. Так. Кстати, а двери открываются или нет? Тут двери не открываются. Странно. Ну, игра прикольная. То есть... Так. Может быть, этот сосед? Нет, ни сюда не идет, кстати. Да, туда уже дальше не идет. Как я понял? Как я понял? Соседа дом — это вот этот дом. Вот сзади дома давай зайдем. Вот. Вау. Ключ нужно найти, да? Угу. О! Чё за... Так. Окей. Типа... Что-то нужно его потревожить или что? Смотрите, у него есть еще такая штука, как сарай. О, а это что такое? Он мои вещи украл? Вы издеваетесь? Это же мои вещи все. Странно. Ну да ладно. А, нужно принести домой, да, типа? Давай, окей. Я принес. Украл мои вещи, вот сдурел. Так, я соседа пока не видел, но игра сама мне нравится. Прям рисовка, все интересно. Ладно, двигаемся дальше. Angry Neighbor. Ну да, это классика. И, кстати, говорят, сходят слухи, что Angry Neighbor скоро времени обновится. 4.0, то есть 4.0. И мы сможем сыграть, получается, обновление в 2023 году. С разработчиком я общался этой игры. Но он сказал, 2023 год, ну не знаю, пока что, типа, якобы.
Возможно, выйдет, не выйдет. Ладно. Хорошо. Будем ждать. Будем ждать продолжения этой, так скажем, франшизы. Или как ее сказать. Но мне интересно наблюдать за обновлениями. Что будет добавляться. Вот так вот выглядит эта игра. То есть, получается, наш соседушка живет напротив нашего дома. Давай, бери в руки. Нет, эта игра классная. Кто бы ничего не говорил бы, но это крутая игра. Открыли, открыли. Бургер забери. Так. Эта игра реально крутая. Я предлагаю к соседу пойти. Соседушка, ты где? Машина катается, ладно. Блин, у него дым, смотрите, он топит свой дом. У него, наверное, холодно летом. Летом топить дом, это гениально, конечно. Это реально гениально. Сосед. Ау. Ау. Здорово. Пошел вон. Смотри, он не напал на меня. Вот же неудачник, соседушка. Ха-ха. Здорово. Телек пошел, телек, телек. Телек смотрит, смотри. Он сядет телек смотреть или нет? Смотри, давай посмотрим, давай посмотрим. Он не сел. А-а-а! Он заметил меня. Ты свою дверь сломал, ты в курсе? Ау. Вот же дурак. Псих. Ну ты псих, конечно. И раз. Так, прыгаем, прикольно, да? Нет, Angry Neighbor это классика, она останется классикой. Вот, типа, переезд, тут, смотрите, машина стоит. Это игра классика. И будем ждать обновления в этой игре. Я вот тоже жду, не знаю, посмотрим. Поехали. Stickman, два последних игры. Специально добавил. Stickman, старая версия, но эта игра интересная. Сейчас посмотрим вместе с вами. О, да, и еще будет новая версия. Новая версия, какая-то новая игра. Ну, для начала давай посмотрим этого старичка. Ты где? Stickman. Я знаю, ты тогда тут. Смотрите, у него кактусы растят, возле дома растит. Так, ключ давай возьмем. Выращивай, точнее. И откроем дверь, давай. Что? Stickman Neighbor? Как ты бегаешь, странно. Типа, знаете, да? Он попадается на эти кактусы. О май гад. Смотри. На. Давай, прыгай, 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 прыгай. Побежали. Так, кичен. О, прикольно. Да пошел вон. Пошел вон, говорю. Хай. Че ты упал, ты дурак, что ли? Лайбери. О, лайбери, прикольно. Он тут учится, он действительно любит учиться. Пошел вон! Это было угарно на самом деле. Куда он побежал? Куда он побежал? Смотри. Не можешь меня тронуть! Ха-ха-ха! Давай я буду смеяться над тобой. Не можешь тронуть, ладно? Поехали. Это Stickman School. Let's go! Это игра. Новая. Специально ее оставил в конце. И давайте посмотрим, как она будет выглядеть. Let's go. Вы можете спрятаться от учителя под столом. Stickman учитель? Серьезно? Это Stickman учитель? Давай посмотрим. Мне прям интересно, я в предвкушении. Let's go. Говорят, Stickman, этот Stickman Neighbor ведет себя очень странно. И проникните в школу в комнату охраны. Давай проникнем. Я его видел, видели, он там ходил. Куда он пошел, интересно? Это его тачка? Какая у него тачка, ребят? Какую вы тачку хотите? Вот эту красную, либо зеленую? Напишите комментарии. Я бы хотел бы красную. Ну, зеленая слишком какой-то странный цвет. А вы? Пишите комментарии. Ну, я бы красную хотел, если я. Мне кажется, этого Stickman учителя красная тачка. Смотри, это дедушка? Дедуля? Какого лешего ты тут делаешь, дедуля? Вау! Вот это да! Как он крипово выглядит! Ля-ля-ля, тра-ля-ля! Не поймаешь ты меня! О! Побежали! Убегаем от него, он хочет ловить меня! Ля-ля-ля, тра-ля-ля, не поймаешь ты меня! Вау! Вот этот дед, конечно, дает! Один в школе ходит,
Мне кажется, он сбредил. Дедуля, вообще-то в школе все, каникулы у всех. Что ты в школе делаешь, не пойму. Ребята, у нас сегодня была очень классная подборочка. Напишите комментарий, какая вам игра больше всего залетела. И если вы досмотрели до конца, напишите комментарий, я досмотрел, либо досмотрела до конца. Все, с вами был я, Игорь Кудрый. Всем удачи, всем добра, всем спасибо, всего хорошего. Делайте добро, не делайте зла, будьте все, наверное, спасибо. Всем пока-пока-пока.